Не стільки підсумки цього року, скільки плани на майбутнє були в центрі уваги учасників дводенної конференції для аграріїв південних областей України, яка відбулася в Одесі. Доповіді та дискусії на тему новітніх аграрних технологій, дослідження ринку, поради з організації та ведення сільськогосподарського виробництва, а ще свято вина. Таку насичену програму для фермерів підготував український проєкт бізнес-розвитку плодово-овочівництва. Нагадаємо, він реалізується за кошти уряду Канади і низки партнерів в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Ми стараємося заставити людей думати, прежде всього, что если вы выращиваете однообразную продукцию, вы будете сталкиваться с этими проблемами ежегодно. Если вы начинаете, скажем так, выращивать что-то другое или искать новые возможности, новые рынки, вы, конечно, вы сталкиваетесь с новыми проблемами, но во всяком случае вы уходите от... Вы пытаетесь решить те проблемы, которые есть у вас сейчас. То есть вы увеличиваете сбор урожая, вы увеличиваете цену реализуемой продукции, то есть вы развиваетесь. Не обязательно сидеть и ждать у моря погоды, как говорится, выращивая огурцы, когда цена на них будет высокой, и вы сможете заработать существенные деньги. То есть нужно думать, нужно принимать решения, ответственные решения, и нужно думать не только о том, как выращивать и что выращивать. Нужно уметь анализировать ситуацию и понимать, зачем я это выращиваю, где я буду это продавать, с кем я конкурирую, и работать над тем, чтобы это была качественная продукция, а не просто огурец и все. До насиченого і змістовного першого дня конференції ми повернемося у наступному випуску передачі. А свято вина, влаштоване на одеському ринку початок, дозволило учасникам заходу отримати не лише інформацію, а й досвід. В першу чергу це живий продукт, здоровий продукт. И это немаловажно, потому что употреблять в небольших количествах, хорошего качества вино, это как минимум приятно, плюс это еще и полезно для здоровья. Поэтому совмещать с едой, есть классика, есть стандарты, которые красное вино – это мясо, белое вино – это рыба, морепродукты. Ну и розовое вино – это универсально. Важно подбирать, как играться специями и что вы имеете за продукт, как в еде, так и тогда уже можно понимать, какое вино лучше подходит тому или иному продукту. Вот эти сочетания, они сложились сами собой, но получили подтверждение в процессе эволюции того, что так более-менее правильно. Но на самом деле, что сложно понимать, что правильно, что неправильно, есть стандарт, который уже отработан столетиями, наверное, и получается только больше подтверждений того, что красное в классическом варианте – это красное мясо, белое – рыба, морепродукты. Но на самом деле, кому что нравится, тот то себе и подбирает. Почему я сказал, что большую роль играют специи, когда красное вино не всегда может быть актуально с мясом или белое с морепродуктами. То есть здесь нужно играться. Поэтому, наверное, и существует профессия сомелье как таковая, которая раскладывает по полочкам и дает возможность людям максимально, тем, которым нравится как вино, так и еда, понимать, что все-таки лучше сочетается с чем. Можна було продегустувати найрізноманітніші сорти вина і більш міцних напоїв – чачі та граппи – від давно визнаних промислових виробників та від фермерів, котрі виготовляють буквально штучну продукцію. Мої предки займалися, завжди тут жили, і мені завжди це подобалося, тому що не стидно пропонувати людям те, що як Бог дав, отак ми його і зробили. Ні сахар, ні ангідрит, от настояще. Ми п'ємо натуральний сок, це вино не бродить, сок не бродить. И мы его тут же только слили, вот он свежий, вот буквально сразу. Заливаем, крепим его 17 градусов, и практически это сок натуральный для взрослых. Мы виноградили с 90-х годов, когда как бы пошла эра после фермерства начиналось. Мы приняли такое решение в семье заняться именно виноградным направлением у нас в Бессарабии. Потому что наши предки, изучив путь развития наших предков, мы пришли к выводу, что в животноводстве у нас наиболее было развито овцеводство, так как овцы съедают практически
в Ужакской степи 32 вида трав, а в растениеводстве это виноградарство. Потому что при резких колебаниях климата, особенно на юге, оно, естественно, виноград давал свою прибыль. В любом случае, если большой урожай, больше вина и больше, так сказать, меньше урожай, давал все равно большую цену и меньше урожая. И все это экспортировалось в Европу, и как бы вот этот край жил за счет этого только. Мы приняли решение и всей семьей решили заняться виноградарством. Сначала посадили 0,5 гектара винограда, попробовали, оно у нас получилось. Это были те бурные времена, когда Горбачевские, когда только начали как бы вырубывать, а мы посадили. Виноградом займається чоловік дуже давно, 25 років. І ну, нам це дуже подобається. Тобто це і хобі, і бізнес. Корисне і для здоров'я, і для бюджету, так як ми його продаємо великими партіями. І ну, чимсь треба займатися в цій країні. Напої, що ми робимо, вина, біле, червоне і чачу. Значить, я що хочу сказати, мені дуже понравилося, вчора в нас на конференція була, яку проводив українсько-канадський проєкт, і там було таке свій бренд. От. Ну, вже ми так, лично я стараюся зробити свій бренд, і вже хто в проєкті, вже вони знають нашу продукцію. Тобто вона відрізняється від усіх, що є тут, тобто упаковка і якість. Хочеться займатися виноградарством, скажімо так. Ну, а якщо ще й будуть гроші, це хорошо, це дуже хорошо. По сравнению с остальными сельхозпродукцией, то это действительно значительно лучше, скажем так, выгоднее заниматься виноградарством. Вино чем интересный продукт, что в нем нельзя остановиться, ты все время развиваешься. И каждый раз тебе природа, погодные условия, терруар дают какие-то новые нюансы, когда ты что-то новое для себя узнаешь, что-то новое открываешь. Получилось так, что держал виноградник у людей, взял в аренду. И получилось так, излишки и нетоварный вид винограда. И из этого пришлось сделать вино. Ну, получилось довольно-таки неплохое. Друзья, товарищи, все угощают, пробуют, хвалят. В планах есть посадить свой виноградник, заложить. И будем, да, конечно. Ну, а чего нет? Звісно, справжня культура виробництва і, головне, споживання вина неможлива без відповідної атрибутики. У цьому відношенні поза конкуренцією був грузинський стенд. Водночас із виставкою продажу тривали семінари від фахівців, котрим є чим поділитися з колегами. Наприклад, щодо користі органічного виробництва без застосування хімії. Ну, я і міністру говорив, що ми винуждені займатися органічним производством із-за безденежжя. Потому что практически у нас земля не засоренная ни гербицидами, ни пестицидами. И мы обратились в швейцарскую украинскую фирму. Она нам ввела сертификацию 3 года и вот выдала сертификаты о том, что у нас земля является сертифицированной, у нас виноградные насаждения сертифицированы и у нас виноматериал сертифицированный, то есть вино. Поэтому, ну, я думаю, что Бессарабия, как бы особенно южный край, фермерам и особистым селянским хозяйством надо идти на такое как бы органическое, то есть выращивать без химии. Что затраты с химией, они в десятки раз больше затрат, чем органическая. Да, получается продукции меньше, да, но она получается качественная, конкурентная и можно. Как-то мы разговаривали на одной из выставок. Представитель был с Израиля. И он говорит, вы понимаете, что у вас, говорит, золото. Я говорю, мы понимаем. Потому что у нас, говорит, уже на метр в глубину, значит, земля пропитана химией. А у вас еще ничего нету. Часто згадували про підписаний днями президентом закон щодо відміни ліцензування для виноробів. Документ коштував шалені гроші, непідйомні для невеликих виробників. Щоправда, дозвільна процедура все ще є складною. Она существовала и существует по сегодняшний день. Это не только лицензия, это акцизный сбор.
Вот. Но оно было больше заточено на зарабатывание денег с тех людей, которые что-то производят. Сегодня ситуация меняется в обратную сторону, что можно не только зарабатывать государству, да, а и что смогут люди сделать, донести свое качество до конечного потребителя. Это тоже серьезный факт. Вы знаете, наша страна как бы полна всяких неожиданностей, поэтому я обрадовался отмене лицензии, но жду дальнейших действий. Мы собирались в Верховной Раде на круглом столу, где мы дальше рассматриваем вопросы о отмене этих пунктов, чтобы оставить там 20-10 пунктов, которые должен выполнить винодел для того, чтобы произвести и реализовать свою продукцию. Надо подумать, как организовать свое производство, особенно после позавчерашнего подписания президентом закона, наконец-то, об отмене этой лицензии. Надо подумать, а сейчас мы в Верховной Раде будем продвигать еще дерегуляции этого закона, потому что там получается 145 пунктов надо выполнить, чтобы фермеру выпустить одну бутылку вина продать. Поэтому мы будем заниматься дерегуляцией, чтобы можно было нашу органическую продукцию, органическую, что такое органическая? Органическая – это без химии, без консервантов. Она содержится, так сказать, путем, ну, охлаждения этой продукции в холодных условиях. Тогда плюс 10 – это биологический ноль, и до плюс 10 можно вино содержать спокойно. Зимой это естественно, а летом, если надо, то охлаждать. Различные способы есть охлаждения. Поэтому я думаю, что в небольших количествах фермеры могут завоевать этот рынок органической продукции и даже потом, создав кооператив, отправлять на экспорт. Поэтому я всех призываю, виноделов, виноградарей, заняться вот этим продвижением. Это не так сложно. Водночас є побоювання з приводу неконтрольованого виробництва продукції сумнівної, м'яко кажучи, якості. Нужно все равно придумать какой-то механизм контроля производства вина гаражными кооперативами, которые начнут расти на всей территории Украины. Каждый начнет делать что-то свое и пытаться это все продавать. А насколько оно будет хорошим, все равно нужно, я думаю, что иметь какую-то единую лабораторию, в которой проверять это вино на стандарты европейского качества. И уже только после этого можно давать или не давать добро его продавать. Я думаю, что государство к этому так или иначе готово, и я думаю, что в ближайшее время подобные лаборатории просто начнут появляться. Ну, это мое такое личное мнение, а как на самом деле, какой механизм выработает государство, пока непонятно. Нагадаємо, український проєкт бізнес-розвитку плоду овочівництва реалізовуватиметься до 2021 року. Отже, попереду ще багато цікавих і корисних зустрічей.